Отчет руководителей управлений все еще продолжаются. Так был заслушан отчет руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля. Рассказывая о проекте каждого объекта в регионе, Айтказы Карабалаев озвучил итоги прошедшего года, а также озвучил план. Также он отметил, что в этом году будут внесены изменения в генеральный план строительства нескольких учреждений. Решение рассмотрено в полном объеме. Еще один важный вопрос, который был рассмотрен, это анализ объектов, границы которых выходят за красную линию. Детальные проекты проспекта Абая, улиц Сулейби, Казбек-Би и Айтеке-Би были внесены поправки и направлены на рассмотрение акима области. В 2021 году выявили 80 таких объектов. В Таразе 3, столько же и в Сарысусском районе, в Байзакском районе 5, по одному объекту в Жамбылском, Жуалынском, Курдайском и Таласском районах и по два объекта в Меркенском и Шуском. По остальному 61 объекту в соответствии с законом проводятся работы.